Так. Посмотрим, что тут еще можно выключить. Ну вот эту херню выключу. Жалко, конечно. Хотя нет. Сейчас. Да. Так. Черт, продолжить. Да, я вижу. 1.30 доступен, ага. Зачем так часто обновляться? Я понимаю, что ломается. Не, вообще-то не понимаю. Так, здесь нет нифига. Ладно, кого отключать? Я, в принципе, только что забэкапился. Ладно, отключу вот этот. Может, он сломался, хотя он довольно надежный был, судя по коду. Но попробуем, это самое безболезненное. Вот эти я просто юзаю, три. А этот, ну, не будет его в трафике, не будет его на заказ, ну и подумаешь. Так. Тут уже до хрена. Да, отключал, все равно не помогает. Сейчас опять зависнет. Точнее, не зависает, а это вылетает просто. Так. Посмотрим. Ну вот тут вылет. Если так, то у меня вообще там модификация не останется. Сейчас заодно и узнаем, что будет, если оказаться удалить грузовики, которые используются в компании. То есть я сейчас не на нем, но он юзается. Продолбаю я его или нет? Не очень. О, надо же. Маммут похерил мне все это дело. Но на самом деле у меня вот вылет вот тут еще был один, когда вышел вот сюда. Скорее всего, вылет произошел, потому что там что-то ехало, возможно, маммутово. А тут стеклом закрыто, что ли, да? Ого, даже так. Ну что ж, меня кинуло в гараж. В Италию. Печально. Ну ладно, в принципе, надо установить какой-нибудь мод взамен похерившихся. Я пытался найти осенние. Пытался найти осенние, но что-то не знаю даже, нашлись они или не нашлись. Что-то тут такое у меня. Так. В общем, куча модов похерилась. Маммут, кстати, да, надо удалять прям сразу, прям вот. Жаль, жаль. Ну ладно. Зато все чистенько. Сисл, Зил и Фрейтлайнер. Так. Так, скины. Так, скины. Название городов. Трафик автобусов от Джезика. Это очень лагает. Очень лажовая штука. Так, что у нас еще есть? Так, что у нас есть еще? Графика и погода. Декабрьская версия. Ну, графика, погода, это стилизация, да? Ага. Так, время суток настоящее. Я не люблю, я для того в игрушке и торчу, чтобы симулировать то, что я в другом времени, с другой погодой, а не для того, чтобы... Так, опять Джези Кэт, все засрал этот Джези Кэт. Так, карта не буду. Штутгарт. Рождественская Кока-Кола, трейлер. Ну его нахер. Терпеть не мог эту рекламу в свое время. Realistic Lightning достали. Так, вот. 8 декабря 2017 года.
Ранняя и поздняя осень. Вот что я искал. Так, поглядим, с чем он совместим. А, у меня завис Internet Explorer. Вопрос, почему я на Internet Explorer? Да, вот он, все-таки есть. А, потому что другие браузеры ни хера не работают. Да, но в Е зависает этот сайтик. ETS2.LT. Так, как его закачать, я хер его знает на самом деле. Вот, но я очень рад, что этот мод обновили. И я его сейчас закачаю. Но на самом деле он будет закачиваться, а я пока поеду, проедусь. Вот что, надо F1 было нажать, чтобы время не шло. Так, сейчас я поставлю на скачивание, да? Так, тут ранняя осень, вот раннюю осень поставлю, позднюю потом закачаю, ну, там, в принципе, на скачку поставлю. Скачка. Так, сейчас этот ИЕ опять отвиснет. Так, один раз ткнул. Так, теперь второй раз тыкаю. Ну, тут все со второй попытки. Это ИЕ, сами понимаете, такая тема. Ого, есть ли мне уже 18 лет? Нет. Так, сохранить как? Вот, сохраняем. Все, пошла скачка, ну а я тем временем поеду. Что-нибудь дотащу. Самое легонькое. Нет, самое тяжелое. Я не зря брал такую мощную тачку, чтобы таскать что-нибудь легкое. Как можете заметить, звук у этой тачки очень, так сказать, громкий.
А вот маневренность так себе. Ощущение, как будто на пазике еду. Да еще бы с таким шасси. Thank you.
Это я только до заказчика еду по Милану. Ну и ну, еще час ехать до заказчика. Ну, конечно, интересно, интересно. Питербит надо взять. Что-то захотелось на опять на носатой Америке покататься. Стоп, 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 стоп. А как они тут поворачивают? А что у меня тогда на карте странное что-то показано? Мне еще кружок один нарезать надо, чтобы повернуть. Да вы что? Серьезно? Ой. Я чего-то не понимаю в ПДД, но, по-моему... Слушайте, да пошли они в жопу со своими ПДД. Я без прицепа-то нормально не могу сквозь бордюры проехать на этом чудище.
Я за водой. Так. Надеюсь, она еще здесь. Да, он не срочный. Вот поэтому и лучше его взять. Потому что что-то будет... Надо еще привыкнуть. А, вон она. Как я уже заметил, тормоза здесь тормозные, не тормозят. Так, вон того красного сейчас еще пропущу, вот этого. Ага, а он меня пропускает. Нет, он не меня. Так, ну давай, красный, проезжай. Так, а, ну, коллега. Чужие 2 часа ехал до заказчика. Ну, надо обвыкнуть просто с этой тачкой. Вот, можно же так поворачивать. Чего они мне? Навигатор проглючил, наверное. Так, все, погнали. Очень так себе с маневренностью.
далеко. Здесь, конечно, сложновато будет. Бинхен. Да, вот это жестокие такие места. Так. Уличное освещение вырубили.
как бы намекает, что можно, в принципе, и побыстрее. А вот это уже... Ну, в принципе, вот тут можно подрыхнуть на заправочке, да? Да... Фиг знает, на самом деле, 4,5 часа вот такими темпами. Здесь полчаса можно, наверное, за полчаса, час точно можно дойти до этой заправки и там, собственно, прерваться. Ну, я медленно иду, потому что непривычно как-то маневрировать на этом немного сложно, оказывается. А за что меня штрафанули? Это, наверное, суда просто.
Так, а вот тут у меня есть небольшая проблемка. Здесь двойная сплошная. Заправка на какой стороне? Блин, сейчас придется нарушать. А до сюда я могу не допереть. Хотя... А здесь с обоих сторон. В принципе, да, ладно, не будем нарушать. Там двойная сплошная, нафиг ее пересекать. Вот до сюда. Вот это за... О, вот здесь тоже карман должен быть. Да, здесь есть карман. Так. Ага, значит, вот до сюда. Придется. Вообще-то нет, тут двойной сплошной, но все равно туда проеду. Так, а где это? Это какой-то город. Там он даже светофор, что ли, был? А, нет, ограничение-то городское. 50. Вообще похоже на город. Ну чё? Он чё, в меня въехал? Баран. Так, а во что? Чё он мне повредил? Кузов? А, не, может это не он? Как быстро...
Так, а далеко ли до кармана? Нет, вот он. Хорошо. Остальное доеду после перерыва. Опять дождик. И мне остается 3 часа на то, чтобы допереть эту воду. Бутилированную. Кстати говоря, вот опять не работают от фрайтлайнера. А, не, работают желтые вот эти. Я один раз очень неудачно выехал, кого-то зацепил задом. А на этом монстре я, наверное, с большей вероятностью кого-то черканул. Ой, ёлки-галки, чё за фигня? Вот они, дешевые колеса. Может поэтому? Может нет, не знаю, может мышку дернул как-то неудачно.
выбрать, охренеть. Придумался отличный слоган для РЖД. Мы на правильном пути.
Так, заход на посадку. Ага. Как говорится, паркуйтесь сами. Ага, 6 из 7, большой тест-драйв. Какое опоздание-то, ну ё-моё, на 1 минуту. Ну и ладно. В принципе, притёрся к этой штуке, так что в следующий раз будет вовремя. Пойду возьму какой-нибудь следующий заказ, и мне надо доделывать домашку. Тракторы 23 тонны в Польшу. А сколько мне остается до отдыха? 7 часов. Значит, с тракторами не повезет. А вот 5 часов. Картон, 20 тонн. Нормально. Из Каофора. Поедем. Возьмем, так сказать. Где это мы? А, вон, через дорогу. Ох, встал. О, тут даже ключ есть. А вот педали не нажимаются. О, зеленый. Дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин. А в Рокстоп я был? Ой, ну это далеко. Цюрих. Сейчас прицепимся и все. Река у меня, в принципе, глубока, поэтому нужно будет тоже заправиться как следует. Как следует наполнить.
Ну вот, а остальное позже. О, 183 уже, очень хорошо. Так, кстати говоря... Так, мне осталось прокататься на Даффи. И все. Дафф, Дафф, когда приобрету, большой тест-драйв закончится. Потом нужно еще карту дораскрывать, а дальше подумаю над другими картами или, наверное, какие-нибудь еще дополнения, не знаю. Ну вот.